Всем привет! Вы на канале Ирины Ф. И в этом видео покажу совсем небольшую, но очень приятную закупку вкусняшек. В основном все куплено в гипермаркете «Глобус». Давайте начнем вот с такого печенья «Мария» от Любятово. Упаковочка очень бюджетная, стоит что-то чуть-чуть дороже 30 рублей. Чек, к сожалению, выкинула, но большинство цен озвучу, потому что помню. Чуть более 30 рублей, обычное такое классическое печенье. У меня очень-очень полюбил это печенье муж, в общем-то, покупает в последнее время, смотрю, постоянно именно его, поэтому, как вы видите, целых 3 упаковки решил взять. Может быть, не совсем к сладкому, к чаю, но это тоже вкусняшка, такая привкусняшка. Это персики половинки в сиропе. Собственное производство торговой марки «Глобус». Как вы видите, целых 820 грамм. И стоила эта банка, на мой взгляд, достаточно бюджетно, 150 рублей. Так, следующая вкусняшка уже для меня. Это такая большая пухлая упаковка. Кукурузные косички сладкие. Здесь 100% натуральный состав. В составе у нас только кукуруза, вот сейчас фокусирую, и сахарная пудра. 8 таких косичек в упаковке. Кому важно это изделие без глютена, стоила упаковка 60 рублей. Я думаю, к чаю пойдет у меня такая косичка на ура. Стандартная для нашей семьи покупка — это пастила клюквенная от «Шармель». Упаковочка стоила что-то в районе 110-115 рублей. Покупаем очень-очень часто. И больше всего нравится именно клюквенная. Она не очень сладкая. Ну, не приторно сладкая, по крайней мере. Такая же постоянная любимая покупка — это мармелад. Мармеландия от «Ударница». В этот раз купили дольки апельсиновые. Кстати, апельсиновые почему-то подороже, чем лимонные. Лимонные были то ли 110-115, а апельсиновые вот то ли 120, то ли 125. Вкусный мармелад тоже нравится, потому что не приторно сладкий, такой приятненький. Так, что еще из сладенького? Сухари сахарные с изюмом. Это собственное производство «Глобус», вернее, это торговая марка, которая продается в «Глобусе», правильно скажем, называется марка «Ваш выбор». Это были самые дешевые сухари, посольские с изюмом в сахаре, 300 грамм, 45 рублей. При этом муж покупает сухари далеко не первый раз. Давайте вам покажу какой-нибудь сухарик вот поближе. Видите, изюм действительно присутствует. Сахарная обсыпка также присутствует. В общем-то, достаточно такие приятные сухарики. Так, что еще из «Глобуса»? Кофе. Вот стоимость кофе не помню. Упаковка большая, 190 грамм. Была она не дешевая. Мне очень нравится в последнее время вот эта марка «Фреско». Я беру обязательно арабику. Вот не помню, честно говоря, стоимость. Но если у вас вот эта марка «Фреско» продается, советую обратить внимание. Кофе действительно хорошего качества. Теперь такой лайфхак от меня. Ходили по магазину «Глобус», и очень мне хотелось прикупить себе лимончик в чай. Но лимоны сейчас у нас практически во всех магазинах стоят каких-то безумных денег. Цена в «Глобусе» была в районе 400 рублей за килограмм самых обычных, самых простых лимонов. Ходила, думала, думала, жалко мне было такие деньги тратить, и тут увидела грейпфруты белые, бывают розовые, а эти белые. Взяла одну штучку, килограмм стоит около 140 рублей, что гораздо дешевле, как вы видите, уже его, так сказать, начала. Отрезаю кусочек, кладу в чай, вы знаете, очень-очень приятный вкус, аромат, в общем-то, не то, что не хуже лимона, но... очень даже мне понравилось. Это немножко другое, да, но это тоже очень-очень вкусно. И две покупки не из «Глобуса», но тоже такие вкусняшечные. Сразу после «Глобуса» заезжали в «Фикс Прайс» исключительно за этими мини-маршмеллоу, с которыми у меня закончились. Купили сразу 3 упаковки.
Утром в черный кофе. Кофе я пью и с сахаром. Еще маршмеллоус туда досыпаю, но пью без молока. В общем, очень-очень вкусно. Уже, знаете, плотно подсела. Кофе без маршмеллоус уже, наверное, не представляю. И одну покупку хочу вам показать и порекомендовать. Это покупка из аптеки. Сироп шиповника, источник витамина С. Рекомендуется взрослым и детям. Здесь 275 грамм. Стоила эта бутылочка в районе где-то 90, наверное, 95 рублей. Не очень дешево, да, за маленький объем, но это вкусно, это полезно. Чай с этим сиропом имеет такой очень приятный, нежный, хотя и специфический привкус. У меня муж очень любит подобные сиропы, или я ему покупаю, или сам покупает. Я тоже иногда, знаете, так под настроение чай с сиропом шиповника пью. Вкусно, полезно, в общем-то, вещь хорошая. Все, это была вся такая мини-закупка вкусняшек. Естественно, видео исключительно, как обычно, для сладкоежек. Расскажите, что чаще всего вы к чаю покупаете, какие ваши любимчики. Всегда интересно пообщаться с вами в комментариях. Спасибо, что посмотрели мое видео. Желаю вам удачи, отличного настроения. Много-много полезных вкусняшек, да при этом еще от них и не поправляться. Всем пока!